В филармонии прошел концерт в рамках московского пасхального фестиваля Валерия Гергиева. Маэстро выступил с оркестром Мариинского театра. Областная столица традиционно вошла в число городов гастрольного тура. Очень ждали Валерия Бесаловича и подготовили ему предварительно программу его пребывания в городе Тюмени. Его не было у нас 2 года практически. Мы его встретили и угостили нашими явствами сибирскими в ресторане. Затем он с удовольствием прогулялся по набережной нашей. Еще один очень интересный момент был в этой программе нашей. Валерий Бесалович посетил музей Словцова, посетил музейные фонды. А вечером маэстро дал 3-часовой концерт. Все билеты на него раскупили еще за 10 дней до приезда музыкантов. После Тюмени тур пасхального фестиваля продолжится в других городах России. А в мае в его программе примет участие и наш коллектив. Хоровая капелла Тюменской филармонии. Артисты дадут несколько концертов в Москве.